Привет, ребята. Привет, девчонки. Привет, животные, которые смотрят мое шоу. Смотрите, какая офигенная штука находится у меня в руках. Это... Это фуги. Хуюги. Как будто специально напрашиваются составители каталога подобных животных. Фуги нельзя найти. Ну и ладно. Нет, это еще не конец. Фуги нельзя найти. Вместо этого он найдет тебя, когда ты нужен больше всего. Он подарит тебе твою самую заветную мечту, но только если у тебя чистое сердце. Так что, в общем-то, мы с вами отсасываем, потому что я снимаю ролики Бродвей Шоу, а вы их смотрите. Нет, шучу! Нет, не шучу. Мы все будем гореть в аду, блядь. Ну давайте не будем о грустном, давайте поближе рассмотрим фуги. Фуги это такое вот существо с анусом спереди, но это явно не что-то другое, потому что больше всего похоже на анус створчатый. Классное название для молодежной рок-группы «Створчатый анус». Алё, слушай, я решил создать группу, короче, ну, будем играть рок всякий. Если проще говорить, то это кошка с мясными крыльями. Мне иногда мерещатся кошки, ну, уж вот это точно кошка. У нее белый обезьяний хвост. Так, про створчатый анус мы говорили. Там, где должен быть анус, его, естественно, нет. Потому что это было бы очень предсказуемо, если бы анус находился там, где он должен быть. Какой-то треугольный рот, чем-то напоминающий морду хищника. Реально, смотрите, рот хищника. Таким вот образом, это милое существо фуги будет согревать вас долгими, холодными, зимними, весенними, осенними и летними. У нас часто в хатах холодно, даже летом, почему-то, когда жара на улице, вечерами, и радовать вас своей хищническим оскалом и такими глазами. Вот, ну о чем я еще хотел поговорить? А? Думали, что я это он? Может, я это он? Маменька. В данном случае идентифицировать видообразие вообще невозможно, потому что у животного створчатые анусы вместо глаз, три зуба в пасти, расположенных несимметрично ни с какой стороны. Вот если вот так разделить несимметрично, или вот даже если вот так разделить несимметрично, это максимальная асимметрия. Течет слюна изо рта, две пары верхних рук и одна пара нижних рук. Створчатый анус. Фирменный створчатый анус. Сзади ничего нет. А если вот так сделать, похоже на жопу, которая должна бы быть, вроде как. Вот он, я нашел его в каталоге. Ко всем этим сумасшедшим игрушкам Doodles идет маленький каталог, где идет их классификация. Это, кстати, прикольно придумано. Реально, каталог, где написано про игрушку. Потому что написано, как играть, я постоянно об этом говорю. Это очень важно. Эту розовую штуку огромную зовут Друли. У Друли есть целые ведра его слизистой слюны, которая исправит все, что не работает. То есть у Друли изо рта течет слюна, вы ее льете на вещи, которые сломались, например, почка вашего друга. И он это исправляет, и это начинает работать. Так написано в каталоге. А теперь я вам просто почитаю описание существ из каталога этих игрушек. Санни Твин с постоянной улыбкой на лице. Санни Твин читатель мыслей и может раскрыть твои самые глубокие секреты. Не хочу. Чарко может превратить все в огонь щелчком своих пальцев, но он делает это только тогда, когда он в ярости. Я и не в ярости могу превратить в огонь все при помощи зажигалки и времени. Меня тоже надо в этот каталог включить, я, по-моему, такой же какой-то веселый, добрый, милый и очень странный. Чокомен. Во время серьезной опасности, когда он вот-вот станет чьим-то десертом, Чокомен может телепортировать себя в безопасное место. Ну, давайте на Чокомене и закончим. Пока я, прямо скажем, не пизданулся. Рок-н-ролл.